Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Прием КФУ 2016». И у нас в гостях проректор по инженерной деятельности Кашапов Наиль Файкович. Здравствуйте, Наиль Файкович. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем уникален и интересен Инженерный институт Казанского федерального? Ну, в принципе, инженерное образование у нас, конечно, ведется скажем, в республике, в России, во многих специальностях, особенно в технических вузах, да, но у нас отличие в том, что мы, являясь, значит, именно классическим университетом, став в дальнейшем федеральным, мы имеем возможность именно через инженерный институт научные разработки, которые делаются в других институтах университета, доводить до НИОКР и до дальнейшего внедрения в промышленность. Вот я считаю, что именно уникальность заключается в том, что те разработки, которые сделали ученые, за счет инженерного института должны быстрее доходить в промышленность. Например, в технических вузах, которые занимаются только уже конкретно техническими специальностями, они не владеют той базой, той основы фундаментальности, которая уже есть в университете. То есть у них все-таки есть некоторые ограничения в технологии, именно в технологиях, в том, что они внедряют. То есть вот, допустим, если нефтяное, значит, он только нефтяное. Скажем, если, скажем, чисто машиностроение, то машиностроение. У нас же есть возможность, допустим, нефтяную отрасль вводить именно достижений биологов, то есть для переработки нефти, например, биологические объекты. В то же самое в машиностроении мы можем, допустим, вводить направление, скажем, мы уже машиностроение конкретно там, для нефтяной области или для переработки тех же биосубстанций. Ну а у нас в инженерном институте основное направление, конечно, сделано на биомедицинской инженерии в плане робототехники. То у нас есть, значит, и как промышленные роботы, так и человекоподобные, то есть андроидные роботы. Соответственно, то, что делается, говоришь, биологи, мы можем через роботов автоматизировать и опять же внедрять, допустим, для лечения тех же, скажем, постинсультных больных, так как, допустим, разработку руки по определенной технологии это делается с помощью роботизированных комплексов. Ну и другое основное направление, это которое опять-таки завязано на робототехнику, потому что роботы, они индивидуальны для медицины, это аддитивные технологии. То есть именно это 3D-прототипирование. То есть, скажем так, у нас в университете, в инженерном институте есть уникальные 3D-принтеры, которых, в общем-то, и в России нет, то есть, допустим, в единичном экземпляре, как связанные с полимерными изделиями, так и с изделиями из металла. Просто невероятно. Наверное, конкурс будет очень сложным. Ну, ситуация ведь какова? Конечно, конкурс у нас есть, средний балл ЕГЭ достаточно высокий, но ведь все-таки университет уникален всем. Допустим, у нас же, я говорю, вот та же самая биомедицина, там большие конкурсы. У нас тоже хороший конкурс, всегда большой. Ну, но нельзя, я считаю, что не надо пугаться, потому что, в принципе, мы же рассуждаем, ну, именно... Как говорят, у нас обязательно физика, математика, русский язык. То есть поэтому именно сочетание, скажем, ну, даже не знаю, как сказать, все-таки кто физикой, математикой интересуется, и однозначно сумеет перестроиться на инженерию, это достаточно, я считаю, интересно будет. А как обстоит дело с бюджетом? Ну, у нас, понимаете, инженерный институт новый. Конечно, соответственно, у нас пока бюджетные места растут, но мы больше делаем упор опять-таки на магистратуру. Но мы в этом году имеем где-то, допустим, получается, по управлению качеством 30 мест, на робототехнику набираем где-то человек 30. То есть вот в общей сложности, ну, это чисто вот по бакалавриату. Ну и будем еще набирать, ясно, уже техническая физика и энергетика перешла в инженерный институт. Туда будем набирать 20 человек. То есть где-то суммарно порядка, наверное, 100 человек получается бюджетных мест. Но у нас, конечно, много внебюджетников, иностранные студенты приходят. Скажите, а вот как стать востребованным инженером, если ты закончил инженерный институт КФУ? Ну, дело в том, что я как раз вижу, что кто закончит инженерный институт, сразу будет востребованным. Потому что, еще раз говорю, так как у нас фундаментальные дисциплины мы пытаемся передавать, допустим, так же, как в институте физики, и в то же время даем инженерные дисциплины, то, конечно, скажем, с указанием, даже немножко конкретизируем, как в биомедицину там, или нефтяные там, отрасли. То есть это позволяет ему, наоборот, очень легко из-за обширности знаний, очень легко адаптироваться на конкретику. теоретиках, хотя обязательно вот инженерство дает еще конкретные вещи, допустим, то, что связано с инженерной графикой, или то есть уже то, что непосредственно нужно в чертежах разбираться и так далее. То есть кроме знаний мы еще даем навыки и умения конкретные. Поэтому я думаю, что тут вопрос, он, скажем, не вызывает особых сомнений. Каковы ваши пожелания будущим абитуриентам и выпускникам инженерного института? Ну, главное, все-таки я считаю, что должны быть люди устремленные, и мы должны стремиться современному к тому, чтобы те исследования, то, что есть, реализовать и применить конкретно для людей. И вот мое пожелание, когда вы живите для людей, живите для себя, потому что, скажем, мы все вместе, если, скажем, любые достижения, которые есть в науке и в инженерии, идут для человека. Соответственно, человек, работая над этими специальностями, над этими проблемами, работает для всех людей. То есть я считаю, вот как раз именно... Главное пожелание – это живите, живите полной жизнью. Тогда будет все. Спасибо за полные и ясные ответы, Наиль Файкович. Очень хочется, чтобы к вам поступили только самые талантливые абитуриенты. Ну а если вы, дорогие друзья, можете ставить и готовы решать самые сложные задачи, то Инженерный институт Казанского федерального открыл свои двери именно для вас. Не упускайте свой шанс и до новых встреч в КФУ.